Андрей, сможешь ли ты решить задание ЗГ по русскому языку? Значит, где правильное ударение? Брала или брала? Или брала? Клала. Ну, тут клала, да. Значит, влилась. Или влилась? Влилась, наверное. Взяла. Или взяла? Взяла. Кралась или кралась? Что за жесть вообще? Как русский язык люди задают? Я вообще тут в половине слов сомневаюсь. Я знаю, как помочь. Все очень просто. Существуют определенные алгоритмы, которым нужно следовать. Например, в данном задании представлены все глаголы прошедшего времени. А правило звучит следующим образом. В глаголах прошедшего времени женского рода ударение падает, как правило, на окончание. Проследим. Она брала, взяла, влилась. Все очень просто. Но есть в типическом словнике ЕГЭ и слова-исключения. Посмотрим и на них. Это слова «кралась», «крала», «клала», «слала», «слала». Возникает вопрос, как же запомнить эти исключения? Нужно просто заучить их с помощью стихотворения. Например, одно из таких стихотворений придумал мой ученик Кузнецов Никита. На сыроварню крыса кралась, украла сыр, не удержалась. В коробку бережно сыр клала, чтоб не заветрился, застлала. И ночью деткам дар послала. Таким образом, запоминание ударений с помощью рифмы делает экзамен намного проще. И усваивать материал легче и полезнее. Фух, ну вроде разобрался с этими ударениями. Ставьте лайк, друзья, Евгении Владимировне, новому учителю русского языка в моей школе.